Итак, обзору быть. Не зря я нахожусь в Сан-Фьеро, но об этом чуточку позже. Мы начинаем. Всем привет, дамы и господа, на связи, как обычно, Эдди. И сегодня хочу вам показать мод, который имеет довольно-таки неплохое количество скачиваний. И где-то около 3000, если быть конкретнее, 3200 с сайта GameModding. И данный мод изменяет вид прицеливания, такой же, как и был в GTA 5. То есть он становится ближе к плечу, и вот как это работает. Мы видим то, что камера стала ближе к нашему СиДжею, и знаете, этот мод очень-очень напоминает такой мод, как вид, точнее не вид, а прицеливание от плеча, прям чисто копия, друзья, но почему-то автор назвал данный мод GTA 5 aiming, то есть прицеливание в стилистике GTA 5. Конечно, оно похоже чем-то, да, но... Не знаю, почему-то у меня такие ассоциации, то что этот мод есть копия мода прицеливания от плеча. Может, я ошибаюсь, может, он как-то по-другому написан, то ли еще какие-то другие факторы влияют на это все, но честно, я не знаю, друзья, как-то вот мне так кажется, но тоже довольно-таки неплохо, и мне кажется, любителям GTA 5 это очень сильно понравится, так как они любят такие модификации, там, и если еще установить какой-то HUD, либо еще что-либо установить. И, в принципе, у мода, как я сказал до этого, хорошее количество скачиваний, ну и плюс ко всему хорошие отзывы. Куда же без них? И давайте-ка мы теперь... Ой, извините, друзья. И давайте-ка мы теперь направимся к бонусному моду. Это такой небольшой, интересный, реалистичный мод, который находится около побережья Сан-Фьеро. Но если быть конкретнее, то данный мод связан с автосалоном. Погнали, друзья, сейчас вам покажу, что данный мод из себя представляет. Let's go. Итак, вот мы приблизились к этому месту, и давайте-ка мы зайдем в этот автосалон. И как вы наверняка догадались, второй мод, он оживляет этот автосалон, и это очень реалистично, друзья. То есть смотрите, пожалуйста, что происходит именно здесь. Тут стоят фотографы, стоит security, стоят просто люди, какие-то модели. И они фотографируют этот транспорт, спорткары, очень дорогие, классные машины и довольно-таки интересные. И самое интересное то, что люди, фотографы, они реально фотографируют и вот даже меняют свою позицию, чтобы выбрать наиболее лучший ракурс для картинки, друзья. Лично я такое оживление вижу впервые, чтобы люди вот так вот как-то маневрировали, либо же фотографировали. Конечно, я когда... обозревал мод «Братки у бара», там, конечно, были пошлые вещи, но все же, друзья, знаете, что бы я еще добавил? Чтобы хоть как-то оживился либо третий этаж, либо первый этаж, так как реально они пустуют и тоже не очень камильфо смотрится. Но, в принципе, вот два мода, то есть это новое прицеливание и оживление автосалона в Сан-Фьеро. На этом все, всем большое спасибо за просмотр и... Всем спасибо и всем пока, удачи, друзья, до новых встреч, adios, amigos, увидимся совсем скоро, goodbye, чао. Это еще не конец. Но и перед тем, как вы закроете данный ролик, советую подписаться на канал Крица, так как чувак выпускает довольно-таки интересные прохождения, есть очень много различных интро для разных каналов, проходят конкурсы различные, так что, друзья, просто подпишитесь и не проходите мимо.